Сегодня Международный день коренных народов мира. В Приморье проживают около 2000 аборигенов. Это УДГ, нанайцы, тазы и урочи. Все они встретились недавно в Красном Яре. Там прошло совещание общин. Главный вопрос – создание совета. Он будет решать проблемы, которые возникают в районах, где живут удэгейцы, нанайцы, тазы. Также задачей совета станет популяризация культуры и традиций, а также сохранение. В него войдут представители муниципалитета, где проживают аборигены, департамент внутренней политики и представители общин.